А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал MySonyBerg. Он делает крутые нарезки с лучшими приколами месяцев. Поэтому, ребята, если вы любитель хотя бы немного посмеяться, этот канал для вас. Заходите и подписывайтесь. Ссылочка в описании, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в прохождение GTA 5. Это, ребята, новая серия, где мы будем покупать свой бизнес, а точнее Los Santos Customs, чтобы тюнинговать свои машины бесплатно. И также в этой серии мы перетюнингуем вот эту машину, которую мы нашли. В принципе, если считать по сериям, то не так уж и давно, если считать по времени, то охренеть как давно. Я вот присмотрелся к этой машинке, она тут вроде уже стоит, я так посмотрел, нифига себе, она затюненная сама по себе, да если честно, даже крутая. Но, ребята, перед тем, дать я хотя бы наушники одену. Перед тем, как вообще продолжить наше видео, я бы очень хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если сегодня мы наберем 500 лайков, то я вам обещаю, то, что следующая серия GTA 5 выйдет завтра утром. Не через неделю, не через месяц, а каждая новая серия GTA 5 каждый день. И так мы закончим проходить GTA 5 как можно быстрее, чтобы успеть к выходу Fallout 4. Конечно же, ребята, этого все ждут. И мы покупаем свой бизнес. Поэтому, ребята... Буду очень рад, если вы поставите свой лайк, а это также будет мне очень сильно приятно. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками, каждый подписчик для меня как действительно друг, поэтому также не забываем вступать в нашу большую дружную семью. Я прям тебя приглашаю стать моим другом и просто-напросто новым членом нашей большой дружной семьи, поэтому не забываем и подписываемся. А мы, ребята, сразу же берем нашу машиночку, пока она там не пропала. Пока она не пропала, я надеюсь, то, что мы сможем протюнить бесплатно, потому что... Заводись, зараза! Потому что подписчики мне сказали, то, что если ты купишь вот этот бизнес, ты сможешь тюнить свои машины совершенно бесплатно. Бесплатно. Поэтому, если кто-то ошибся, ремешком по попе. Мне тут... кто там мне написал? А, чё за дела? Мне тут сказали, ты купил мастерскую Los Santos Customs. Обалдеть, значит, дела идут не так уж плохо. Видимо, больше не смогу драть себе плату за тюнинг. Только обещай, что не будешь заставлять меня называть тебя боссом. Передай привет этому брехуну Ламару. Хао. Ну, чао, по сути. Ну, круто, бесплатный тюнинг на все 100%. Ну, люблю вас, подписчики, те, кто сказал, что действительно вот это так. Потому что, смотрите, мы можем броньку на 100%. Тормоза на 100%. Бамперы. Задние бамперы, вот сейчас. Это у нас было, это, ага. Сейчас. Вот так. Так. Так, это у нас сейчас. Ну, в принципе, тогда даже вот это оставим, да и все. Задние бамперы у нас... Вот такие... Нет, все-таки такие, мне кажется, нормально будет. Дальше двигатели. В принципе, если тут все можно тюнить на максимум, почему я буду на чем-то экономить? Так, ребята, конечно же так. А, это где вообще? Ладно. А, что бы нам поставить? Вот этот не хочу, этот не хочу. Этот можно или вот этот. Давайте... Давайте вот этот пускай будет такой, который он, какой у нас уже стоит. Тут я ничего меня... Хотя... Не, не хочу. Клаксон. Не хочу. Не хочу. Фары. Ну, фары у нас уже стоят, да, по сути, вот эти. Неоновые я пока что не знаю, ребята. Для неоновых нужно сначала вот окраску, ребята. Нужно какую-то окраску. Нифига себе. А черный цвет даже очень крутой, как вы думаете? Классический. Вот черный. Черный с каким-то там другим, да? Или, например, белый или а фиг его знает, ребят. Давайте сейчас посмотрим. Красный для этой машины, ну, почему-то, мне кажется, не подходит. То есть я не хочу почему-то делать... Вот желтый даже очень красивый. Желтый реально очень красивый для нее. Мне так кажется. Вот такой, да? Желтый, допустим. Сейчас мы сделаем перекрасить свой... Транспорт, металлик или цвет вашей... Ага, вот зачем это нужно. Так, давайте тогда желтый сейчас сделаем, как у нас только что был. Вот так, и сейчас перламутровый. Потому что вы можете так соединять несколько цветов, и у вас получится... То есть не только желтый, а вы можете соединить, например, с ледяным белым. Вот смотрите, как классно. То есть она прям... Давайте все-таки я ледяной белый, наверное, возьму. Вот так. Круто. Дальше.
дополнительный цвет. Дополнительный я не знаю. Вот как, каким бы сделать дополнительный металлик? Как думаете, ребята? Ща мы подберем. Наверное, все-таки черный будет. Потому что друг... Или... Наверное, все-таки будет черный. Потому что других каких-то нормальных я не вижу. Ну или синий в честь флага Украины. Да, я же украинец родился, по крайней мере, в Украине, но уже давным-давно там не живу. Но все же... Не, давайте, наверное, все-таки черный сделаем. Хотя синий тоже очень даже красиво. Я не знаю, ребята, я не знаю, честно. Я не знаю, ледяной. Вот давайте вот этот сделаем карбоновый. Карбоновый черный, да, и все. Пускай будет вот так. И сейчас бамперы, капот, фары, тюнинг, 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 бесплатный тюнинг. Желтый золотой дождь. Золотой дождь. Ну, кто-то понял, вряд ли кто-то понял, что означает золотой дождь. Но ладно. Каркас безопасности. Это у нас такой, это может быть такой. Давайте вот этот возьмем, пускай будет крыша. Крышу я не хочу, эта машина охрененно просто выглядит без крыши, поэтому не будем брать. Колеса, вот колеса какие-то очень ух ты. Сказал ух ты, а на самом деле казалась какая-то нереальная фигня. Ну, какие-то тут колеса никакие, если честно. Давайте в спорте посмотрим. В спорте, может, будут какие-то покруче. Хотя, как думаете, ребята? Говорите, давайте свои предположения какие-то. Я не знаю, честно. Вездеход, масл... Эксклюзивные можно попробовать. Да, вот, например. Вот, например, какие-то... Как думаете? Ща мы что-то. Вот давайте вот эти поставим. Хотя. Ну сейчас посмотрим, как будут выглядеть, потому что я цвет хочу поставить красный. Вот сейчас закатно-красный, яблочно-красный. Огненно-красный. Вот яблочно-красный поставим. И шины, дизайн шин. Ну это понятно, улучшение. Да, дым. Синий, черный. Желтый, красный. Давайте черный поставим. Ну, в принципе, больше нам нечего. Тюнить, как я понимаю. Нажмите, чтобы починить или. Ну, это понятно. Ну как думаете, ребята? Как думаете? Я не знаю, ну. Ну вот диски, мне кажется, все-таки. Диски давайте поменяем. Ну, пускай будут такие, да и все. Пускай ребята будут. Вот. Да, в принципе, мне кажется, сойдет. Только вот цвет может по машине. Во, красный такой. Как думаете, ребята? Нормально или нет? Красненький. В принципе, пускай будет, мне кажется, сойдет. Ну, крутая машина, реально крутая, то есть. А сама по себе машина очень даже мне нравится, да, ребята. Но, в принципе, давайте мы сейчас тянуть не будем. Давайте быстренько отправимся домой и поставим ее в гараж. Зачем мы будем ее таскать с собой? Гараж у нас находится возле нашего вот дома. Ух ты, нифига себе, сколько километров. Ладно, давайте я быстренько туда сам доеду, чтобы вам не тянуть кота за яйца, да? Поэтому, как я только доеду, я сразу же сниму с паузы. И плюс тому, ребята, мы дальше будем проходить задание, ну... Я там вижу уже задание Майкла есть, поэтому мы, наверное, все-таки задание Майкла пройдем, а потом, может, даже Тревора, потому что у Тревора там вроде тоже есть какие-то задания. Ладно, ребята, сейчас мы вернемся. Я уже дома, я уже практически дома. Сейчас и вот так, круто. Давай, газуй. И знаете, кто нас дома ждет? Кто нас ждет дома? Давайте я задом припаркуюсь. Кто нас ждет дома, ребята? А дома нас ждет Зенторна. Это, если честно, даже лучше, чем какой-то домашний питомец. Потому что Зенторна это жизнь, да, ребят. Какая она плюс тому красивая. Муа. Ладно, давайте мы быстренько перекинемся.
Пока наши машинки, мы быстренько перекинемся на Майкла и сейчас будем выполнять задание Майкла, потому что там уже светится одно задание, как я знаю, это вроде у него дома, то есть ждет нас кто-то там дома. Смотрите, как я его приодел, новый такой костюмчик ему прикупил. Ух ты. Ух ты. А мы такую машинку тюнили, хоть там не наша машина сзади стоит, но я почему-то хочу вот эту украсть. А мы ее тюнили, я не знаю, вроде да. А там у нас, кстати, я купил новые акции, давайте посмотрим, сколько мы сможем выиграть. У меня будет прибыль 49 тысяч, если я сейчас продам все свои акции. То есть я вложил, твою мать, я там вложил, например, вложил я там 500 тысяч, допустим. А если я сейчас все продам акции, то получу 550 тысяч. То есть 50 тысяч навара. И, к сожалению, у меня таких миссий больше толком не осталось. Осталась только последняя миссия, в которой я могу навариться с помощью акции. Больше, к сожалению, таких миссий не будет. Я, если честно, не знаю, где я дальше буду продолжать получать бабки, где я вообще буду развиваться в GTA, если у нас, в принципе, больше бабла не будет, к сожалению. А у нас тут есть как... Ух ты, а тут у нас даже крутенькая такая машинка стоит. Крутенькая машиночка такая стоит. Ну, ладно, давай. Куда нам, на кухню или покакать в туалетик? Нет, все-таки вот. Вот. Посмотрим. Сам дома, никого нету. Жена бросила, дети ушли. Он какая-то татушка тут. Я ему сделал какую-то розу там. И приодел также Тревора. Ну, уже прям не деревенский какой-то там понос, а уже более-менее такой, ну, хотя бы уже такой лучший чувак. Ну и дура же твоя баба. Несмотря на этот все бардак, бла-бла-бла-бла. Кажется, я наконец-то разобрался в своей жизни. Знаю, звучит глупо. Нет, что тут совсем не глупо. Понимаешь, ты же у нас крутой, да? Пока они там базарят, ребята, я напоминаю то, что у нас наклевывается ограбление века. Мы будем грабить федеральное хранилище. Кто забыл? Да, в принципе, все забыли, потому что GTA не так-то часто выходило. Сейчас зависит от вас, да? Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a game. Не только гея в команде не хватает. Деньги у меня есть, от них одни несчастья, от бабла. Да. So where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job. Мы проведем последнее самое большое дело и закроем лавочку. Да, ребята, федеральное хранилище, все это ждут. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Мне нет. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I Да, он видел ее могилу, потому что Майкл притворился то, что он умер перед Тревором. Тревор еще не знает о его лучшем друге, Брэдди, который типа сидит в тюрьме. Слушай, можно я кое-что у тебя спрошу? Я давно-давно об этом думаю. В Северном Янгтоне. Кого там похоронили вместо тебя, а там как раз вот этот чувак Брэд. Сейчас Тревор все узнает. Вот он сейчас все узнает, кто там лежит в могиле Майкла. Верни мне... Доберитесь до международного аэропорта Лос-Сантоса. Ну, туда, куда едет... Стой, стой, я... Стой, ёть, ёсть! Стой, ёть! Самую крутую машинку подстрелил. Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where
Ты знаешь куда. Пошел ты. Давай, машинка. Все, таки наконец-то Тревор догадался. Наконец-то Тревор догадался. Машинки. Только остановись, поверни обратно. Нет, Майкл, не в этот раз. Давайте, прекращайте базарить. Так, ребята, мы продолжаем, они там еще полчаса базарили по телефону, поэтому я это быстренько про... Он звонит Дэйву. Особый агент Норма. Тревор. Да. Он едет... Да твою мать, что-то я сегодня вообще водить не знаю. Майкл, ты продолжай там разговаривать. Ну ты на крыше машины, ну все же. Машина на крыше, ну, продолжай. Попробуй с ним договориться, да, конечно. Да твою мать, я сегодня... Ну и как мне опять туда забраться, чтобы не проезжать 2,5 лишних километра? Может вот так? Нет. А может еще раз вот так? Да! Второй раз у нас про... Твою мать. Давай, машинка, ты суперкар, ты хоть даже полетишь. Хоть у тебя уже колес... Твою мать. Хоть у тебя уже колесо практически отвалилось. Но ща мы на полной скорости. Давай, машиночка крутенькая. Давай. О, а то у меня слишком ленивая жопа, чтобы 2,5 лишних километра опять проезжать, да? Поэтому мы уже практически на месте. Сейчас небольшой дрифт. Опа. Ну, прям реально такой небольшой. Не, ребята, со мной сегодня что-то творится. Я вообще не могу ездить на машине. Смотрите, какая она крутая. Ну, 2 царапины, то есть, ладно, сойдет. Одобрите до входа спрячь оружие, болван. Выставил такой, мол, я такой крутой. Доберитесь до входа. Угу. Но мы уже тут. Мы уже тут, только нам сюда нужно, да? Подниматься. Сейчас мы, ребята, отправимся в путешествие в снежные страны. Как я понял, да? Вот. А Тревор уже, наверное, улетел. Тревор уже... Давай, Майкл, давай, останови его. Его бойфренд прибыл в аэропорт. Наши люди готовы составить ему компанию на любом рейсе. Ух ты, там еще и перестрелочка будет. Полетели. Flyers. Да, ребята, сейчас мы посмотрим, что там вообще такое будет. Мне кажется, разборки офигеть какого масштаба. Доберитесь до Людендорфского кладбища. 2 километра. Но я не буду это даже пропускать, потому что это офигенно. А счет первого лица. Это реально круто. Так, слушайтесь меня, и тогда никто не пострадает. А, это с той первой миссии. Спокойно, идти спокойно. Да, все-таки Ти догадался. А я выйду из игры. Да. Но ты не думал, что Тревор когда-то, во-первых, тебя найдет, а во-вторых, догадается, что вместо тебя там похоронили Брэда. Ваше оружие было то, Брэд. Ага. Ребята, мы уже практически тут. Опа. Такой дрифтик по льду, да? Мы уже прибыли. Сейчас будут разборочки. Я хотел там такой прыжок сделать на трамплине, вы мне не дали. Доберитесь до своей могилы. Ну круто, что сказать. Ну хоть бы двери открыли покойничку, да? А то как-то не совсем круто. Я надеюсь, тут вообще двери где-то будут открыты, или мне по стелсу придется.
Ну, походу, что-то тут есть. Тут уже Ти будет и какая-то банда, потому что возле самолета нас там кто-то караулил, кто только что видел. Кто вообще внимательный, да? Ти, не фин, ты осквернитель могил. Сейчас посмотрим. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there. Да. Сейчас посмотрим. This is it. Moment of truth. И чё там? Я забыл, когда первый раз вообще проходил. Брэд, но я не верю, что, что он так сохранился и он не стал уже скелетом. Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot. I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep. Это видеть меня на своем пороге 10 лет спустя. Да, это он реально не планировал. You and I missed you. I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did. You just don't have the fucking balls to do it. But I do. I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger. Чаще вы еще настреляетесь, чем какая-то банда за вами едет, чуваки. Take the fucking shot. Who is that? Fuck you! Joe Phillips, Mr. Cho has requested a word. Hey, ho, ho! I'm not the guy you're looking for. Hey, how did you meet? How did you meet? Да простите, пожалуйста. Love you, boyfriend. Boyfriend. Они не того, ребятушечки. Они не перекрещивают шпаги свои. Да, как я давно не стрелял, а если вообще от первого лица? О, как, ребята, вы заразы. Я так давно не играл в GTA 5, что я прям соскучился. А это, как я уже сказал, зависит от вас. Если лайки мы набираем, то... то серия выходит, как я уже много раз говорил. Пи-пи-пи, хедшот. Ай-яй-яй. Ща-ща мы проберемся. А у меня... калашонок. Калашонок. Давайте, ребята, мы дальше. Так, я там еще кого-то видел. Вот он. Он умер? Нет. Вот сейчас умер. Где наш бойфренд, ребята? Где наш бойфренд? Тревор, ты где? Ты где наш любимый? Чё-то мне кажется, нам уже жопа сейчас будет. Там столько уже вот этих маньячин. Хедшотики, не зря. Это я пульнул один раз их. А ну там сзади нас. Так, еще сзади нас. Еще сзади нас кто-то там был. Все. Так, еще сейчас тут куча. А? Где? А, где вы? Где вы, ребятушки? А, все. А куда нам нужно? А, нам в машинку. Давай.
Опачки. Хэндэхок! Чувак, я мирный. Вы чё? Я мирный. Да. Словили Майкла. А Тревор... Улетел, улетел. И мне интересно, что он сейчас делать будет. Летите на аэродром Сэнди Шорс. Сколько? Километров так 10? Или больше? Я не люблю долго летать. В принципе, это ну, немного скучно, можно и так сказать. Но если нам нужно, значит нужно. Только я, наверное, немного все-таки перемотаю. Кто-то звонит. Ага, знакомый. The X-Nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Как у него дела? Спасибо на побережье осваивать дела. Мои друзья опустили вас в северном Янкопе, и я надеялся, что мы сможем побеседовать. Так это были твои люди. Извини, что пришлось свалить. Но без не мешает, я хочу начать операцию в округе Блейн. Это мы тебе мешаем, зараза. Это ты нам мешаешь. Мы еще с тобой, Китаёза, еще справимся. Ваш любовник. Какой нахрен любовник? А потом мы уединились в том большом доме, очевидно, что он вам близок. Мой любовник. Да, любовничек. Не хотел предавать друга, не хотел подвергать его жизни, его жизнь опасности, тут уже выбирать не приходилось. Да, бизнес я не сверну. Тогда он умрет, я серьезно. Что я люблю его всем сердцем. Ну, Тревору-то может и пофиг, но он и так его спасет. Да, ребята. Ламар написал: «Эй, псих, жми в мою берлогу, мы с Фрэнком пригоним последнюю тачку для богача, ты с нами?» Да! Ух, я забыл даже про это задание, точное слово! Точно, ребята, я и забыл, если честно, про это задание. Попытка номер два. Я уже думал опять жопу, потому что это нужно было перелетать все заново с того начала, с того момента, как мы над океаном пролетали. Это с того момента нужно опять было сюда лететь. Если бы я опять разбился, я бы охренел просто, если честно. Так, давайте мы тут остановимся. Стоять. Выполнено. Даже ачивку дали. Момент истины. Рип. Да. Зарыть топор войны. Дальше. Бабло нам, конечно же, не дали, но... Тревор, ты еще не нашел того паразита? Время – деньги. Это дополнительное задание. Нет, чувачина. Ну, как чувачина? Бабачина. Еще не нашел. Но все же, ребята, давайте мы на этом будем прощаться вместе с Тревором. Я еще расскажу, если мы наберем 500 лайков на вот этой серии GTA 5, я вам обещаю то, что следующая серия выйдет завтра утром. Поэтому, если вы хотите проходить GTA хоть каждый день и закончить его как можно быстрее, чтобы потом у нас было время проходить Fallout 4, поставьте, пожалуйста, лайк. Также вы просто-напросто делаете очень приятно мне. Не забываем оставить свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками, отвечаю на ваши вопросы под видео в комментариях, поэтому если имеете какой-то вопрос, чтобы задать мне, пожалуйста, я на него отвечу. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я отношусь к своим подписчикам как действительно к друзьям, поэтому если хочешь стать моим другом, общаться со мной и просто-напросто состоять в нашей семье, я буду очень сильно рад, если ты все-таки нажмешь одну кнопочку и подпишешься на мой канал. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.